Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, некоторые в последнее время меня спрашивают, зачем я решил избираться в Общественную палату Российской Федерации и почему. Я хочу ответить. Мне 32 года, у меня есть семья, и ввиду последних международных событий я решил активно участвовать в жизни страны. Мне важно, что будет завтра. Я хорошо понимаю, как работает Общественная палата, ввиду своей профессиональной специальности – дипломата-международника. Занимая активную жизненную позицию и четко понимая роль России на международной арене, я уверен, что именно так смогу быть максимально полезным российскому обществу. Направление моей деятельности в Общественной палате – общественная дипломатия. Я считаю, что эта тема – одна из самых важных тем для России, а стало быть, для всех нас. Я родился и вырос на юге России, в Республике Калмыкия. И на личном опыте знаю, что поиск общего языка между представителями разных национальностей – это краеугольный камень для нашего полиэтнического общества. Я сам представляю один из многочисленных этносов, населяющих нашу страну. Я калмык. Долгие годы я руководил многонациональным коллективом. И ввиду своей профессиональной деятельности я посещал много стран, и у меня была возможность сравнить свои теоретические знания с реальной жизнью. И сегодня могу с уверенностью сказать, что я понимаю, что нужно для того, чтобы представители разных этносов, религий, менталитетов могли ладить между собой, при этом создавая единое экономическое, духовное и политическое пространство. Общественная дипломатия, пожалуй, самый эффективный инструмент, с помощью которого мы сможем влиять на общество других стран. Так называемая мягкая сила, ну или неофициальная дипломатия. Я считаю, что точнее всего суть общественной дипломатии сформулировал американский журналист еще, по-моему, в 1963 году Эдвард Мэрроу. Он сказал: «Правда – это лучшая пропаганда». Именно этого принципа я собираюсь придерживаться в своей работе в Общественной палате. Ну а то, чем я лично буду заниматься в Общественной палате, при всем моем оптимизме, не является индивидуальной работой. Важно создать крепкую команду, которая будет поступательно двигаться к намеченным целям. И в заключение. Делом я постараюсь оправдать доверие тех, кто отдал свои голоса за меня. Потому что слова, расходящиеся с делом, пожалуй, это самое страшное, что может быть в общественной деятельности. Спасибо за внимание.